9 октября 2024 года, около 12 часов 39 минут, в Озерском районе, на автодороге Ушакова-Гаврилова, 5 километр плюс 800 метров, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель 67 года рождения, управляя транспортным средством марки «Део», двигаясь со стороны поселка Ушакова в сторону поселка Гаврилова, выбрал неверный скоростной режим, не учел метеорологические условия, а также состояние проезжей части, в результате чего потерял контроль за управлением транспортным средством, допустив наезд на придорожное дерево справа по ходу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, а также пассажир 2023 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения города Калининграда. По данному факту проводится проверка.